Маленькие Даниил и Богдан обожают мультфильмы, однако видеть их на экране может только Богдан. Даник слепой. Он перебрался с родителями в Одессу из Черкас в 4-месячном возрасте. Мать надеялась, что одесские врачи восстановят ему зрение, но не удалось. Пока продолжались операции, родители были рядом с мальчиком. Здесь появились на свет еще двое их сыновей. Когда стало известно, что младшенький Артем тоже слеп, семья решила остаться в Одессе. У нас отслоение сетчатки будете так. Мы наблюдаемся в институте Филатова. И здесь есть интернат для таких деток, поэтому мы держимся Одессы. В интернат для незрячих принимают с 7 лет, а Данику только 6. Отец мальчиков, который не хочет показываться перед камерой, сменил профессию с охранника на продавца на рынке. А мать взяла в руки веник. Ради квартиры, ради деток, чтобы была своя квартира, свое жилье. Пошла дворником. Она убирает одесские дворы уже почти 4 года. Сначала семья жила в подсобке с удобствами. Летом руководство ЖКС, где работает женщина, наконец пообещало им выделить собственное жилье. Но перед этим переселила вот в такое помещение. Без воды, света и канализации. Говорили, что на 2 недели, оказалось на полгода. Туалет заменила обычное ведро, которое потом надо выносить на свалку. Воду женщина просит у соседей. У них же подключаются к электросети. Хорошо, у меня есть соседка напротив, она дает мне воду, я хожу к ней за водой. Канализации тоже нет, приходится все ведро. И надо экономить воду, потому что выносить просто некуда. Из-за таких условий жизни здесь жуткая вонь, но соседи относятся к этому с пониманием. Очень порядочная, приличная семья. Ну вот, как им жить вот в эту погоду? Чем греться, где кушать, готовить? Пока журналисты общались с соседями, Данил приготовил им стихотворение. Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речку мяч. Узнали о визите съемочной группе и в ЖКСе. В гости к Татьяне приехала ее начальница. Принесла обнадеживающую весть. Работает хорошо, претензий к ней абсолютно никаких нет. Надежда есть, надежда есть. Не все же, как говорится, сразу квартиры построили, поуходили, правильно? Ну, мы надеемся, где-то в апреле месяце подыщем ей квартиру. Все это время, пока решалась судьба семьи, 2-летний Артем крепко спал. Мать говорит, что расскажет ему хорошую новость, как только он проснется. Ведь мальчик уже давно просит искупать его в настоящей человеческой ванной. Татьяна Милимко, Алексей Сорокин, телекомпания АТВ.